Сейчас я хочу рассказать о том, что происходит с долларом, как его купить на бирже, как его вывести. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Поступают сообщения о том, что люди, которые покупают доллары на бирже, они выводят их на брокерский счет, как обычно, и не могут их получить в виде наличных долларов. Что происходит там, открытие зажимает, открытие что-то, так сказать, там не то, что-то с открытием не то. Могу сказать следующее. Эта проблема не только в открытии, это проблема всеобщая. Дело в том, что, ну, вы знаете, что что-то там происходит в Украине, то, что нельзя называть, поэтому у нас есть некоторые проблемы в России, и у России есть некоторые проблемы с золотовалютными резервами, часть из которых оказалась заблокирована. Вот, и поэтому Центробанк вынужден был ввести какие-то экстраординарные меры. Какие это меры? Меры следующие. Центробанк, ну, во-первых, повысил ставку до 20%, сегодня он ее оставил в силе, для того, чтобы стабилизировать курс рубля к доллару. Но при этом, значит, введен полный запрет на продажу активов иностранных, ну, не резидентами, их очень много, оказывается, этих активов, для того, чтобы стабилизировать курс, то есть они не имеют права продавать, не имеют права покупать доллары иностранные, ну, не резиденты. Россияне имеют право покупать доллары на бирже, но при этом, значит, грабительские совершенно комиссии, поэтому с такими комиссиями просто не имеет смысла покупать. И, кроме того, есть еще одно ограничение, очень важное, которое я сейчас скажу. Дело в том, что есть ограничение на вывод долларов в наличные, то есть на снятие денег наличными в наличной форме со счетов, с банковских счетов. То есть эта сумма ограничена 10 тысячами долларов с каждого банковского счета, но при этом есть еще одно ограничение, что эти 10 тысяч долларов должны были лежать на банковском счете еще до 9 марта. Все деньги в валюте, которые поступают на банковский счет, то есть то, что вы купите сейчас, они поступят на банковский счет, вы сказать, переведете их на банковский счет, но они уже переведутся, мне кажется, после 9 марта, потому что сегодня уже 18 марта, то есть вы уже не успели, и поэтому все деньги, которые поступили на счет после 18 марта, после 9 марта, вы не сможете снять в наличной форме, то есть вы сможете получить их только в рублях. По какому курсу, я не знаю, потому что я не пробовал этого делать, потому что это просто не имеет смысла. То есть не имеет смысла покупать доллары с комиссией в 12%, это грабеж, как бы, ну, сказать, здесь не имеет смысла вообще никакого, и не имеет смысла их выводить, потому что вы еще при этом тоже потеряете явно совершенно, ну, курс будет, ну, банковский, судя по всему. Вот, а там, извините, маржа. Вот, поэтому, если коротко, то наличные доллары вы просто не сможете снять никаким образом. В банке купить вы их тоже не можете, потому что тогда же, 9 марта, был введен запрет на продажу наличной валюты гражданам России, физическим лицам. То есть вы можете покупать доллары только в безналичной форме, ну, собственно говоря, и все. Есть еще какой вариант там, ну, вы можете заплатить эти доллары за какие-то услуги за рубеж, но так как SWIFT отключен, то и заплатить вы тоже не сможете. То есть доллару на территории России пришел, в общем сказать, по крайней мере, белому доллару конец полный,
и будет уже как-то формироваться, судя по всему, черный рынок долларов. То есть вы сможете их купить где-то там на базаре, на рынке, скорее всего. Пока еще статья за это уголовная не введена, как это было в Советском Союзе, в мою бытность. Но, тем не менее, тогда все торговали долларами, и было два курса доллара. Официальный курс доллара был 70 там, или 60 копеек за доллар. Вот. Ну, а неофициальный курс доллара был примерно 6 рублей за доллар. Вот так оно и будет в ближайшее время. То есть на черном рынке, наверное, будет доллар гулять как-то. Да, и кроме того, введен запрет европейскими странами, то есть из Европы вы не имеете права ввести из Америки наличную валюту, вывозить запрещено в бумажном виде. То есть это тоже полный-полный запрет. Но, насколько я понимаю, есть еще не только западные страны, но и восточные страны, там разные. То есть вы сможете, наверное, легко привезти из Китая наличные доллары, как бы, или из какого-нибудь другой экзотической страны, например, из какого-нибудь Узбекистана, вот, где этих ограничений, скорее всего, нет, но, скорее всего, они будут как-то попадать на территорию России, и все будет. Ну, а о том, как проводить платежи в валюте за рубеж, сейчас я активно ищу эти, ну, какие-то пути, ходы. Пока это идет, ну, то, что я уже нашел, ну, через криптовалюту, там есть комиссии большие, но, в принципе, вот это вот уже как раз вроде как наклевывается и вроде как возможно. Об этом я, может быть, расскажу, а может быть и нет. То есть посмотрим, насколько это будет возможно рассказать в открытом доступе. Вот. Ну, а в заключение могу сказать, что есть еще одна новость такая прикольная о том, что, судя по всему, на следующей неделе или буквально вот в ближайший день YouTube заблокирует на территории России, поэтому ищите меня, во-первых, в ВК, в Одноклассниках, где вам удобнее, так сказать, кроме ВК и Одноклассников уже, по-моему, ничего не остается, Инстаграм с Фейсбуком уже заблокировано, Яндекс.Дзен я постараюсь тоже публиковать, вот, ну, еще на каком-нибудь этом самом Чебурнете, то есть, если откроются какие-то возможности, я тоже буду публиковать туда свои видео, и я буду продолжать публиковать свои видео на Ютубе. Я буду продолжать, несмотря на то, что даже если он будет заблокирован, потому что на Ютубе вы сможете смотреть с успехом все, что вы смотрели раньше, если вы установите VPN. О том, как установить VPN, я рассказывал в одном из видео недавно совсем. Сейчас вы увидите ссылку на него. Вот. VPN – это такая штука, она заменяет, ну, я там рассказал, для чего она нужна, что она делает. Этих VPN-сервисов полно, говорят, что их тоже начинают как-то запрещать и блокировать, но с VPN побороться не так легко, не верьте, что VPN заблокировали какой-то, вот, это будут, ну, какие-то государства будут распространять эти слухи через VPN, абсолютно все доступно, работает и Instagram, и уже заблокированный, и Facebook уже заблокированный, тоже работает через сервис VPN, и также будет работать YouTube через VPN, но через VPN вы не сможете смотреть на Ютубе каналы российского телевидения там или еще что, потому что они заблокированы уже в Америке. То есть вы через VPN оказываетесь либо в Америке, либо в Японии, там, либо где-то в другой стране. И есть ряд стран, которые, ну, например, вот в Испании моя первая жена говорит, что она отключена от первого канала, и для нее это огромная трагедия. Вот. Она возмущается и говорит, где же здесь свобода слова. Ну, это уже ограничения не российские, это ограничения уже как раз европейские или американские. Но, скорее всего, если вы загрузитесь через VPN, то, скорее всего, вы сможете подключиться к ВК и там уже будете смотреть. Вот как бы так. Ну, вот все, что я хотел сказать по этому поводу. На сегодня все. Лайк, подписка.
Не теряйтесь. Я всегда с вами, даже на Ютубе. До встречи. С вами был Демитков Юрий.